Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 20-й серии турецкого сериала «Семья». Ранее мы увидели разговор Аслана и Девин. Девушка интересуется, знал ли парень о том, что его дядя подстроил ловушку для Лейлы. Аслан, словно ничего не случилось, продолжает сидеть за столом и есть десерт, пока мужчина умирал. Девушка очень зла и с трудом подбирает слова для выражения своего негодования Аслану. Он согласен с ней, не помогать было его решение. Аслан рассказывает Девин, что он предпринял попытку поговорить с дядей, предупредить его. Но после парень увидел, что тот причиняет вред семье. Это подтолкнуло его принять решение не помогать ему. Хюлья говорит Девин, что не позволит ей через своих внуков прожить те материнские чувства, которых девушке не хватает. Девин эти слова очень задевает. Хюлья показывает, что нашла в комнате недрет. Эта находка переполошила всех. Аслан говорит мужчине, что Лейла была важна для него. И сейчас он предлагает посмотреть, насколько. Он дает Джихану выбор между сестрой и адвокатом. Девин на приеме спрашивает у него, неужели он влюбился в ту странную женщину? Джихан отвечает, что они очень похожи в том, что среди стольких людей выбрали самых больных. Он говорит девушке, что они оба наступили на мину. Премьера 20-й серии турецкого сериала «Семья» состоится 14 ноября. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.